Вот так приходит идея. А так она угасает, когда человек сдается. Сказать правду, и у меня идея возникала точно так же. Добрый день. Возьмите. Хорошего вам настроения. Я долго работал промоутером. Ну, раздавал разные рекламные брошюры на улице. Не то чтобы мне это нужно было, просто мне всегда нравилось взаимодействовать с новыми людьми. А деньги на питание еще никто просто так не раздавал. Так я провел почти 2 года своей жизни после колледжа. Учиться я особо не любил. Ну и совсем бездельником меня назвать нельзя было. Я за деньгами. Алишер? За январь? Мне еще за декабрь не заплатили. А, да. Сейчас, вот они. Вот, спасибо. Держи. Мы вынуждены были немного урезать вашу зарплату по обстоятельствам компании. А я здесь при чем? А я при чем? Ну, я работаю здесь уже несколько месяцев. Извините, ничем не могу помочь. Именно тогда мне пришлось над всем призадуматься. Часами я сидел на улице в ожидании, сам не знаю чего. Там, на скамейке, ночью я полностью погрузился в себя. Хороший день сегодня. Да, неплохой. Слушай, Абл, я тебя вот зачем позвал. Рассказывай. Я планирую путешествовать. Поменять обстановку, посмотреть, где мне будет лучше. Прежде чем ты ответишь, хочу сказать. Вот ты, например, нашел себя в бизнесе. Это хорошо. У тебя все получилось и получается, но я уже практически 25 лет, что и делаю, только ищу себя. Пытаюсь найти то, на чем себя создать. Но ты ведь... Подожди. Я ведь хочу просто съездить куда-нибудь, посмотреть, как живут другие, может, я смогу найти себя в чем-то, затем я вернусь, но уже кем-то. Можно я скажу? Слушай, друг, я все понимаю, но кого ты знаешь, кто добился чего-то голливудского? Это мечты, и мы не в силах сделать из себя что-то большее, чем мы есть. Просто прими это. Я думаю, живи как все. И не трать свое время попусту. Ты что, обиделся? Нет. Ну вот и хорошо. У нас бизнес... Все, что он говорил тогда после этого, я уже не слышал. Что дальше? Думаете, я все бросил? Конечно, дело дошло до следующей зимы, я все-таки добился своего. И пусть я вернусь на следующий день, от чего бы то ни было, пусть я потеряю деньги и все, к чему привык, возможности добиться большего. Я и представить себе не мог, что будущее может быть таким, каким мы его видим, если уделить ему время.